Хороший песик. Всем бобра, дорогие друзья, с вами Винди, и я топлю своего лося. Если честно, это странно. Мы сегодня, короче, с тобой еще раз поиграем в игру под названием Deer Simulator. Ого. Потому что вышло обновление в этой игре, как ты видишь, и многие очень у меня просили ее. Дело происходит в Австралии. Спит лось. Но лось встал. У тебя встал лось. А что-то еще могу делать? Какие-то еще кнопочки я могу делать? Подожди. Shift это бегать. Хорошо. Shift это бегать. Держу. Держу. Хорош. Так, я еще могу бить. Я еще могу шею растягивать. Хорошо. Теперь ты олень. Слышь, блядь! Ты что меня обижаешь, игра? Зюа меня оленем обозвал. Тут еще что-то есть, по-моему. Появились же новые какие-то штуки, нет? Я что-то путаю. Подожди, 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 подожди. Олень умер. Подожди, я могу просто притворяться мертвым, типа? Как я это сделал сейчас? Как я это сейчас сделал? Он просто лег. Как я это сделал? Серьезно. Как я это сделал? Вот. Вот, что это такое? Что это за кнопка? Он просто вот так вот делает, типа, оп. А-а-а. Я понял, не понял, подожди. Я просто жму вот это вот. Вот это вот я жму. Вот это вот я жму. Что я жму? Как оно вырубается? Он как-то умирает, но я не понимаю как. Как умирают олени? Не хочу знать на самом деле, мне жалко. Но этот олень не хочет. Ладно, не важно. А, в общем, я хочу кое-что посмотреть. У нас с тобой появилось, по идее, много новых штук. Что это такое? Там какая-то хрень стоит. Смотри, я вдалеке вижу какую-то хрень. А, здесь появилось много новых штук. Сейчас я посмотрю, я вообще ту версию скачал. Или это может быть какая-то недоработанная версия. Но мы сейчас с тобой эту... я понял, это PewDiePie не дает мне пройти. Ладно, мистер PewDiePie, хорошо. По-моему, если я правильно понимаю, где-то там, с другой стороны, находится новый остров. И вот на нем, ну по нему, мы поймем с тобой, что мы на новой, нормальной версии. Доработанной нормальной версии, на которой есть что-то новенькое. А возможно, мы не на ней, потому что здесь что-то как-то вот я ничего не вижу вообще. Этот остров все еще под настрой. Но это я понял, это я понял. Ну вон как бы летает все еще кит в небесах. Вот слон летает в небесах. Классическая, классическая история. Все в... О, да! Да-да-да, это новая версия. Это новая версия. А здесь, насколько я понял, обновлений не так много. Надпись. Что надпись говорит? Что на... А, это женщина! Простите, мадам, я спутал вас со знаком. Давайте станцуем. Ля-ля. Вот как парни надо подкатывать к девушкам. Вот как парни надо с девушками начинать разговор. А вот как с ними надо заканчивать разговор. И все. Говоришь привет, а она с тобой. Все. Видишь? Вот так вот. Гайд, ребята, гайд. Учитесь. Учитесь, как это делать. Так, подожди, а у нас есть тут что-нибудь? Окей, я бегаю в стену. Не, подожди, подожди. Ага, нет, ничего, хорошо. Так, мистер Кит. Здравствуйте, мистер Кит. А я могу за вас уцепить? Блин, как он страшный. Капец, какой ты страшный. Подожди, подожди, подожди. Давай, давай, головой, головой, головой. Ну, кью же, ну, кью. А чё? А чё? А кью не работает. Он не кидает кью свою. Он же должен голову кидать, не? Подожди. Он же должен голову кидать. Кью. Или правая кнопка. Женщина! Что происходит? Ладно, нельзя. Окей, не важно. Не важно. Все равно. Что это такое? Что это? Вы должны Дир Эстер Эй. А, окей, мне надо, короче, людей убивать. Ну, то есть, не убивает, но, типа... Что делает олень с людьми? Не знаю, что-то страшное. Пошли, пойдем посмотрим, что здесь еще новенького. Вы мне говорили, что прям так много всего нового появилось. Почему я не могу проехать? Вот, все хорошо. А, во, хорош. Я так понимаю, что здесь у нас очень много чего нового. Вы мне писали в комментариях. Но что-то я пока нового не... Смотри, детка, я... Посмотри на меня, на своего мужчину. У меня есть оружие, у него нет. Что еще? Это еще какая-то пушка. Это автомат. Ну все. Все, я жесткий, поехали. Сейчас, короче, нам надо вызвать просто огромное количество полиции. Первая полиция. А по пути посмотрим, у нас есть, появилось ли что-нибудь новенькое вообще. Но это, по-моему, овечки, да? Да меня корова такая, смотри, типа, ты че, дебил? Что с тобой не так? Овца, не подходи ко мне!
Это был просто летающий... А, еще есть! Это был просто летающий только что... Штук. Просто летающий штук. А я могу еще оружие взять? Я могу больше оружия взять. Подожди, а сколько у меня... Отца, ты меня испугал. А, не, у меня ограниченное количество оружия. Окей, я понял. Вы уничтожили полицию. Поехали, следующая полиция. Казалось бы, обычная машина. Но это не обычная машина. Это медведь. Это медведь. А, подожди. А мы можем убить лемура с этого оружия? Я, кстати, не знаю. Сейчас мы с тобой проверим. Какая-то безумная музыка, слушай. Орлов убил. Так, ну овцы, вы не правы. Вы не правы в этой жизни очень сильно. Ебать! Меня прилетело. Я музыки не слышу, кстати, из-за того, насколько активно стреляю. И эти люди такие смотрят, типа... Все в порядке. Тут только что олень расстрелял полицию. Все абсолютно нормально. Если я буду игнорировать, то все пройдет. Подожди, подожди, подожди. Да не за того. Подожди, я хочу прилипнуть к слону. Можно прилипнуться? Ну ладно, потом. Потом прилипнем к слону. Мужик, давай с нами. Ты один из нас. Мужик! А, ты женщина. Ты не одна из нас. Я самый добрый олень на планете. Уважайте планету. Иначе вас не будет уважать олень. Конь. А это что такое? Граната. Нет, только не в коняшку. Бедная коняшка. Я не виноват, это меня заставили. Я случайно. Я не хотел, а я себя взорвать могу, кстати, интересно. Нет, не могу, отлично. Отлично, просто прекрасно. О, вот, следующее. Кролик. Кролик, стоящий на своем хвосте. Кстати, вот этот кролик, по-моему, жесткий. А, это кролик, который ходит на ушах. Ого. Это необычный кролик. Вот от него надо уворачиваться, потому что это кролик-снайпер. Это кролик-снайпер, я тебе говорю, он жесткий, реально. На-ка! А! Он у меня жизнь не отбавил. Не, нормально, я просто буду бегать по кругу, и все будет хорошо. Ха-ха-ха-ха. Идеально. Просто идеально. Готово. Я хочу посмотреть, что здесь нового, потому что вы мне прям в комментариях все уши прожужжали насчет этой игры. Мне буквально под одним из последних видео было комментариев, наверное, 100 или 200 про то, что здесь миллионы обновлений. Но здесь пока... Чё ко мне прилипла овца? Здесь пока никакого миллиона обновлений я не вижу. О, а давай убьем лемура. Мистер Лемур, вам смерть. Ладно, вам не смерть. Все нормально. Он ломает здание. Нет, он не ломает здание, все хорошо. Я могу подобраться снизу. Ау. Все было идеально. Все было идеально, пока не стало плохо. Зачем я с лемуром связался? Зачем я с лемуром связался? Я не знал, что лемур настолько жесткий. Блин, теперь все заново. Ладно, пошли заодно посмотрим. Короче, задача номер один. Мы просто бежим. И посмотрим, что здесь нового в городе. Потому что в городе, насколько я понимаю, вообще ничего нового особо нету. Я ничего не вижу. Пока что. Женщина, умри. Никаких, конечно, проблем с женщинами у меня нету, но я по ним выстрелил, а как бы... Ну, начал, сказал А, говори Б. Начал стрелять, ну как бы, что поделать. Ля, я как быстро все собираюсь это. Давай, гранаты подготовлены, поехали. Вот это жестко сейчас развалил, видал? Еще один олень. Связался со мной, слушай. Ау! Я, между прочим, тут воюю! Тебе нормально, нет? Ой, я под землей, кстати. Коник, ну зачем ты стоишь у меня на пути? Подожди, я умею летать. Не уверен, нормально ли это, но я могу. Класс. А я могу тебя убить. Я убил его. Я убил чувака, который не позволяет мне куда-то пойти. А что, теперь я могу куда угодно пойти? Подожди, давай проверим. Давай проверим. Теперь же некому меня останавливать, правильно? А, нет. Извини, все еще нельзя. Окей, даже несмотря на то, что... За мной просто летает знак. Здорово. Просто здорово. А давай убьем корову. Мистер Корова, вам смерть. Прощайте, мистер Корова. Подожди, я могу ее откинуть? Иди сюда!
Блин. Мне немного жалко стало корову, если честно. Совсем чуть-чуть мне стало жалко корову. Мужик, чё ты тут стоишь? Как у тебя дела? У тебя все нормально? Блин, я упал. У вас... Да я опять упал. Ну что я падаю? Что я упадаю? Shift. Сейчас закинем. Оп! Не, подожди, подожди, подожди. Я хочу закинуть, я хочу закинуть. Погнали. Он выходит на дорогу, он выходит на первую, на вторую, на третью и кидает. И промазывает. Ладно, он попробует еще раз. Он попробует еще раз. Наш лучший игрок. Он бежит, выходит прямо на первую, на вторую, на третью. Он прыгает и не прыгает. Бля, он не прыгает, дурачок. Он пробует еще раз, ему выходит корова, он обходит корову, бежит вперед, кидает, и он застревает прямо в этом. Ладно, но люди пока не отчаются, он бежит снова, он пытается, он продолжает пытаться, он... Да, почему он не прыгнул, никто не знает, аудитория замерла. Он выбегает обратно, бежит, мимо него пробегает бык, но он перебегает быка и... Да не допрыгивает. Ладно, нет никаких проблем, он продолжает бежать, выбегает бык, но он прыгает и кидает, и... Он понял, что ему не быть никаким нормальным бросателем шаров, поэтому он просто ушел. Иногда нужно уметь сказать своей мечте «нет». Да. Иногда нужно остановиться. Как вам нужно остановиться, овцы? Прекратите. Прекратите, овцы. Это некрасиво. Я хороший молодой человек. Между прочим, я овца, так что не волнуйтесь. Все нормально. Так, а я могу еще здание ломать? Я могу еще здание ломать. Прекрасно. Блядь, мастерски ухожу. Мастерски В смысле, я на куалу напал? Как? Как я напал на куалу сейчас? Куала, успокойся. Да хватит стрелять по ним! Мистер Куала, успокойтесь, я случайно! Я вам говорю, я случайно, я не хотел! Все, Куала успокоился, нормально. Ихо-го, сучки! Ихо-го! А я стрелять не могу, говно. Это обманочка! Это был лось! Точнее, это был медведь. Так, спокойно, спокойно, сейчас развалим. Разбираем. Пошли. Поехали. Ох, сколько вас норов, что-то у вас тут дофига. Нормально. Слушай, граната это жесть. О, снайперская винтовка. А как с ней стрелять? Что? Кто там был? Кто там был? Идеальная музыка для умершей коровы. Мне грустно эту корову. Посмотри на нее. Она прям под музыку. Грустная корова. Под грустную музыку. Мужик, ты почему не плачешь, тварь? Это была ошибка. Так, ладно, пойдем попробуем на новую зону сходить. Возможно, там что-то открылось сейчас. Может быть, я не знаю. Ребята, карась! Иого! Представь себе, мимо тебя пробегал. Там сидит собака. Да, там сидит собака. Здравствуй, собака! А почему она здесь появилась? Здравствуй. Как твои дела, собака? Все хорошо? У меня все хорошо. Так, и что? Ебать, хороший песик. Хороший песик. И что ты мне сделаешь? Ни хрена себе, он жесткий, слушай. Ебатюк! Я не могу по нему дамажить, кстати. Уворачиваться! Нормально, я могу его дамажить. Еба, вот это босс, ребят. Вот это босс, не то что в ваших думах. Что произошло? Он меня уронил. Уворачиваться! Он опять меня хочет уронить, но я не пал, все нормально. Куда ему стрелять надо вообще? Слушай, а может ты выйдешь оттуда?
Я попал. Я не понимаю, по какому принципу я по нему попадаю. Иногда я попадаю, иногда нет. Вот. Я должен по оружию стрелять. Он только что кинул своего друга. Кидало, ой, кидало. О нет, о нет, о нет, о нет, о нет. Все нормально, все нормально. Настоящий, серьезный, напряженный бой. Я сломал ему машину. Ворот. Я сломал ему машину. А я могу это сломать? Нет, не могу, жаль. Че с ним? С ним что-то происходит. С ним что-то происходит. Возможно, я должен в него стрелять. Не знаю, но мне не нужны никакие поблажки. Я его так завалю. Надо ему, наверное, отстрелить вначале это. Надо ему вначале отстрелить, наверное, бок. И потом после бока ломать все остальное. Слушай, уйди отсюда. Может быть, я запрыгну по нему долго. Я должен забежать по нему, точняк! Я должен забежать по нему. Подожди, подожди, подожди. Хорошо, хорошо, хорошо. Ага, погнали. Погнали. Вау, ура, 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 ура. И чё? Не забежалось. Я должен... Что я должен сделать конкретно? Нет! Не время. Погнали. Погнали. Время забегать. Он почему-то иногда как-то останавливается, видишь? Ударить? Он не бьет. Нет! Я должен его, по-моему, просто все сломать. Я не очень понимаю. Я должен, по идее, по нему забежать. Там написано, что я могу по нему забежать, но мне не дают по нему забежать. Я просто... Так, и что дальше? Ути, бедный песик. Другую ногу ему сломаю. Ути, бедный песик, как мне тебя же... Что это такое? Туда надо наступить. Ему надо наступить на эти штуки. Я понял, что мне надо сделать. Там кнопочки есть. Погнали. Погнали, 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 погнали. Самый серьезный бой в жизни. Запрыгивай. Побежал. Побежал, 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 побежал. Да нормально беги. Оп. Наступил. Хорош. Я наступил. Что это мне дало? У него опять ноги появились. Я могу ему ломать ноги сколько угодно. Да блин, хватит руками своими махаться. Он достал. Я достал. Запрыгивай. Нажал. Блин, сука. Хватит бить, хватит бить, хватит бить, достал меня. Так, оп, все, погнали, 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 погнали. Лучше с прыжочка делается гораздо. Так, тихо, не споткнись, запрыгни. Вставай, вставай, я тебе говорю. Ха-ха-ха-ха-ха-ха, дебил. Погнал, погнал, погнал отсюда. Все, уворот, 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 уворот. Так удобно, слушай, так удобно, так очень удобно. Я так легко наступлю. Наступай, 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 наступай. Да что ты застрял? Понятно, не судьба. Значит, не судьба. Давай еще раз. Да хватит махать твоими руками, они никому не интересны. Ты вось, а не боксер. Побежал. Побежал. Все. Это победа. Это победа. Я запрыгиваю ему на голову. Наступай. Нет. Да блин. Я не успеваю продержаться, слушай. Я не успеваю продержаться, потому что я не очень понимаю, когда он наступает, а когда он не наступает. Не поменял самолет, тебе вообще нормально, братан. У нас тут бой, между прочим, серьезный происходит. Запрыгнул. Ха-ха. Пойдем. Что с ним происходит? Что с ним происходит? Ты победил копов. Нет, пёська. Нет, ты был таким хорошим песиком. Ты был таким хорошим песиком. Никто не смеет противостоять лосю. Никто не смеет противостоять мне. Ладно, в принципе, вот, я так понимаю, это самое основное, что новенькое появилось в этой игре. Потому что я так немножечко почитал, и там вроде бы ничего другое не было написано. Поэтому, в принципе, все. В принципе, я тебе показал все, что новенькое здесь есть. Я надеюсь, тебе понравилось, я надеюсь, тебе было интересно. Пока на этом все. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Всем пока, до скорого, удачи.